вечера, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами сегодня снова опять Палыч. Собрался сегодня на рыбалку. Сегодня 5 марта, суббота. Решил снова выехать сегодня на новую локацию. Поеду сегодня в Бырганду. Буду пытаться ловить леща, либо беша. Посмотрим, что у нас получится. Ну что, пожелайте мне не хвостанить шеи. Встретимся на льду. Будет сегодня вот такая погода. Все классно. Давайте. Еще одного поймал. Смотрите, это покрупнее. Какой красавец. Взял за вторую. То есть у меня этот получается с одним толбаком. Я поставил второй плечо. И вот этот я взял. Но этот вам уже 85. Красный. Так. Ну и дальше. Только вот это дикий. Тоже красавец. Ну вот результат моей сегодняшней рыбалочки. Поймал вот такое количество рыбы. 4 берша поймал. Вот они. 1, 2, 3, 4. Одного судака за килограмм. Вот весь он. Вот такой вот судачок. А также лещей. Леща нашел очень поздно. Где-то в 4 часу. Небольшими стайками. Поэтому поймал не так много. Но были еще срывы. Рыбалкой очень доволен. Все очень понравилось. Записывать видео очень не смог, потому что была такая пурга, метель. Поэтому вот такой сделал вам отчет небольшой по рыбалке своей. Но я думаю, вы их все-таки увидели. Ну, в ближайшее время погода уже будет более-менее нормальная. Я думаю, все у нас получится. Ну что, большое спасибо за просмотр.
пишите комментарии, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, несмотря на то, что даже с Ютубом у нас сейчас проблемы. Я на канале остаюсь, я буду выкладывать свои ролики, буду там общаться. Заходите на мой канал на Яндекс.Дзен, подписывайтесь там, ссылка у меня есть на баннере. Обратите на это внимание, переходите, там тоже все эти видео есть. Будем общаться, будем поддерживать друг друга в эти трудные времена. Всем пока-пока. С вами был Палыч.